Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Начинается новый винодельческий сезон. И сегодня мы с вами разговариваем о том, что необходимо знать начинающему виноделу. Каждый год поступает определенное количество вопросов, в принципе, одних и тех же. Именно на них я сосредоточу свое внимание в этом видео. Конечно, тема виноделия, она на самом деле очень и очень обширна, но в этом ролике я остановлюсь именно на самых важных моментах, которые вам действительно нужно знать. Первое. Для получения качественно хорошего вина нам нужен качественно хороший и правильно созревший виноград. Конечно, бывает по каким-то причинам, что мы не получаем виноград нужных параметров и нужных кондиций. В таком случае мы можем применить определенные технологии к винификации такого винограда, но об этом мы поговорим с вами отдельно. Следующий архиважный момент. Нельзя бездумно добавлять сахар в вино. Нельзя добавлять сахар в вино поэтапно, так как это написано во многих рецептах. Забудьте, это вообще не про вино. И в принципе, хорошее виноградное сусло, нормально вызревший виноград в сахаре не нуждается вообще. Ну, бывают исключительные случаи, конечно же. Повторю, что где-то что-то может не вызреть. И поэтому нам надо понимать, какой сахар у нас есть. Для этого нам помогут приборы, и я вам настоятельно рекомендую ими обзавестись. А какими именно, вы решите сами. Вот такой есть рефрактометр. Чем удобен, можно подойти к кусту, взять ягодку, капнуть капельку сока и уже более-менее понимать, что происходит с вашим виноградом. Конечно, даже в одной грозди сахар может несколько разниться, но хотя бы приблизительные параметры вы будете понимать. Это очень удобно. Какая модель? Да без разницы, какая модель. Важна маркировка ATC. Она говорит о коррекции по температуре. То есть здесь не важно, будет жарко, либо вы холодную капельку капаете. Прибор автоматически адаптируется к этому. Нет возможности приобрести такую штуку. Купите вот такую штуку. На ней тоже есть более профессиональный большой поплавочек, есть маленький, он называется виномер, виномер-сахаромер. Сейчас вот эти вещи доступны в любых магазинах. В Минске, например, даже в магазинах семена теперь вот эти штуки продают. И имея вот эту штуку, вы можете изначально замерить уровень сахара в вашем виноградном сусле. И только тогда принять решение, надо вам этот сахар добавлять, либо в принципе не надо. Вот эта вещь, ну, я считаю, просто обязательная. Любая из них. Теперь, измеряя сахар, вы можете рассчитать, какой алкоголь вы получите в итоге. Значит, поскольку у этого прибора погрешность больше, то мы рассчитываем таким образом. Уровень сахара умножаем на коэффициент 0,5, получаем потенциальную спиртуозность. Здесь, вот в этом приборе, там даже есть шкала. Вы видите уровень сахара, и он сразу же показывает, какой уровень спирта вы при этом получите. И только тогда мы принимаем решение, надо сахар добавлять, либо не надо. 17 грамм сахара на литр увеличит потенциальную спиртуозность на 1 градус. И только если мы понимаем, что изначальная сахаристость мала, мы получим слабоалкогольное вино, которое может не совсем хорошо храниться, только тогда мы добавляем сахар. Пропорции я вам рассказала. Для красных вин спиртуозность 12, более чем достаточно, для белых вин можно и несколько ниже. Следующее. Вы ваш виноград подробили, поставили в какую-то емкость для брожения, проходит день-два, брожение вроде бы не начинается. И вот возникают вопросы, а прошел день, а прошел два, а прошел три, а у меня сусло еще не бродит. Смотрите, на что мы обращаем внимание. Пример. Здесь шапка еще не поднялась, но это не значит, что брожения нету. Обратите внимание на мелкие пузырьки, которые присутствуют по краю емкости. Это говорит о том, что брожение уже идет. Через некоторое время процесс начнется бурно, и шапка поднимется. Через сколько зависит от окружающей среды, в первую очередь от температуры. Но, тем не менее, вот процесс начался. И если вы увидели у себя вот такие вот мелкие пузырьки по краям, ну, не только по краям, это говорит о том, что все в порядке, сусло бродит. Но в этой емкости уже видите активная шапка. Вот весь жмых и косточки наверху.
И поймите, что забродить ваше сусло может и на следующий день, и через 2, и через 3, и через даже 4 дня. И зависит это и от температуры окружающей среды, и то, при каких условиях вы сняли виноград, и то, как вы за ним ухаживали, чем вы его обрабатывали. Если покупной виноград, то тем более, возможно, его чем-то обработали, поэтому концентрация дрожжей там очень низкая. Поэтому вот эти сроки, они могут разниться. Что делать в этом случае? Вообще в идеале мы изначально перед, ну, за несколько дней до того, как мы будем ставить вино, собираем гроздь 2 и делаем дрожжевую закваску. Все, потом мы закваску добавили, и у нас все начинает замечательно бродить. Конечно, можно использовать чистые культуры дрожжей, но про них я поговорю несколько позже. Следующая ситуация. У вас вино бурно бродило на мезге, была красивая, хорошая шапка, и вдруг в какой-то момент эта шапка начинает как бы растворяться, опадать. Вы думаете, ай-яй-яй, брожение начинает прекращаться. Либо другой вариант, вы уже сняли с мезги, слили в бутыль, поставили перчатку, у вас перчатка была надута, и тут она стала сдуваться. Но возникают вопросы, брожение останавливается, что же делать? Ничего. Вы должны понимать процессы брожения. В зависимости от того, сколько сахара было изначально, об этом я вам говорила, да? И в зависимости от условий, от того, какой виноград, достаточно ли там факторов роста для дрожжей, от температуры, скорость поедания сахара может быть очень разной. И может случиться так, что буквально вот за эти пару дней у вас просто все перебродило, и ничего делать не надо. Процесс близится к завершению, он начинает замедляться. И поэтому шапка начинает опадать. То же самое с перчаткой. Бурное, самое бурное брожение уже прошло. Там еще могут оставаться сахара, и брожение еще вполне может идти. Но нет такого бурного выделения углекислого газа, у вас еще... Мало того, что перчатка большая, там есть дырочки, которые вы проделали, чтобы она не взорвалась. И поэтому углекислый газ потихонечку уходит. А вы этого просто не замечаете. Это абсолютно нормальный процесс замедления брожения. Сначала оно очень бурное, когда у дрожжей хватает питания, когда их не ограничивает спирт, и они очень весело поедают сахар. Но со временем процесс замедляется, и это нормально. Как понять, вообще так закончилось брожение или нет? Ну, конечно, в первую очередь, если мы уже говорим о том сусле, которое мы сняли с мезги, и там, где мы использовали перчатки, не используйте перчатки. Смотрите, самое простое и удобное – это гидрозатворы вот такого типа. Именно они информативны. Как только вы видите хоть небольшую разницу в уровне жидкости здесь, это говорит о том, что выделение углекислоты идет. И процессы идут. Если вы используете затворы на 3-литровые банки, 2-литровые, неважно, да, затворы вот такого типа, они есть с маленькой такой крышечкой, есть вот такие. Эти вещи, они тоже не информативны. Первое время вы видите бульки активные, да, потому что процесс идет быстро, активно. А потом она там может раз в когда-то. И вы уже этого не замечаете и думаете, что все остановилось. Смотрите, вот эти затворы, вот такого типа, они предпочтительны, потому что мы снимаем с них вот этот шланг и вот этот гидрозатвор. Прекрасно надевается сюда. Все. И вы видите, что происходит. Это информация для вас. Кроме того, вы можете обратить внимание на поверхность сусла. Если там есть пузырьки, такие как пенка, это говорит о том, что брожение спиртовое еще идет. И все нормально, просто оно замедлилось. И скорее всего оно замедлилось, потому что сахара стало гораздо меньше, а спирта гораздо больше. И уже когда сахара мало, а спирта много, скорость потребления последних порций сахаров очень сильно снижается. Соответственно, снижается и выделение углекислого газа, который мы и видим в виде пузырьков. Следующий момент, который вам следует знать. В процессе брожения, в процессе приготовления вина оно станет кислым. Это нормально.
сахар расходуется, вообще наше восприятие сладкого вкуса, я уже много раз об этом рассказывала, но повторяюсь, кто-то смотрит первый раз, а это очень важно. Так вот, наше восприятие сладкого вкуса зависит не столько от содержания сахара, сколько от гармонии сахар-кислота. И если в виноградной ягоде, например, будет мало кислоты, то даже при небольшом уровне сахара ягода будет казаться сладкой. А вот сейчас у меня пример зигиреба, кому бы я не давала ягодку пробовать, все говорят, ой, какой он сладкий. Там всего лишь 16 сахара, он еще для виноделия не годится, ему еще висеть и висеть. А на вкус он сладкий, его вполне можно кушать. А другой пример, тоже я рассказывала про него, это мукузани. Когда мы с дочкой пробовали, она говорит, слушай, ну это есть невозможно, это кислятина. А там сахара 19,5. Понимаете? А вот дать две ягоды, попробовать любому человеку, ну вот нет у меня сейчас, как говорится, ассистентов, на ком бы можно было поэкспериментировать и показать. То есть уровень сахара разный, восприятие разное, как раз таки за счет кислоты. Так вот, когда мы ставим сбраживать даже самое сладкое сусло, сахар уходит, а кислота остается, и поэтому нам кажется вино кислым. Не надо тут же бежать, там сыпать сахар, добавлять воду. Нет, нет, еще раз нет. Это нормально на определенном этапе приготовления. Потом, если мы делаем красное вино, то у нас после спиртового брожения следует яблочно-молочное брожение. И не буду сейчас подробно останавливаться, я чуть-чуть рассказываю самые основы. Когда грубая яблочная кислота превращается в мягкую молочность, и кислотность снижается. Потом у нас будет выпадение винного камня, и содержание кислоты еще уменьшится. И вино станет мягким, приятным и бархатистым. Поэтому в момент брожения, в момент окончания брожения, если вы пробуете вино, и оно такое резкое, это абсолютно нормально, так и должно быть, и не надо с этим ничего делать. Более того, если вы в этот момент начинаете сыпать сахар, чтобы убить эту кислоту, вы ее не убьете, вы только сделаете хуже. Ну и сразу же переходим к следующему моменту, когда начинают в конце брожения добавлять сахар. С одной стороны, чтобы убрать эту кислоту, которую мы помним, она не убирается. С другой стороны, человек говорит, я хотел сделать вино слаще. Если вы добавляете сахар в конце брожения, вы не сделаете вино слаще. Вы только это самое вино испортите. Какие тут возможны сценарии развития событий? Первое. Этот сахар перебродит в спирт. Вы сделаете вино крепче, но никак не слаще и никак не уменьшите его кислоту. Второе. Наличие вот этих остаточных сахаров, если мы больше там никак вино не стабилизируем, ни спиртом, ни серой, ничем, вот этот сахар, если его не съедят дрожжи, его может съесть кто-то другой. Например, те же молочные бактерии, молочнокислые, которые ответственны за переработку кислот и которые для нас могут быть полезны, иногда они питаются остаточным сахаром. И таким образом вино могут испортить. Если же вы хотите получить там полусухое вино, либо полусладкое, то это делается совершенно не так. Там другие технологии и сахар вообще туда не добавляется. Понятно, что мы разговариваем о домашнем вине, о домашних условиях, и мы отходим от классических традиционных технологий, но если мы добавляем сахар, значит вино надо стабилизировать, чтобы дальнейшие микробиологические процессы не шли. Если мы просто сахар добавим, то что произойдет, я вам описала. То есть либо оно станет крепче, либо оно вообще может испортиться. Также, если вы хотите к вину либо к суслу применить какие-то определенные технологии, применить определенные манипуляции, вы в первую очередь должны понимать, для чего вы это делаете. Частый такой пример – это пастеризация. Существует мнение, что вот пастеризация – обязательный процесс, чтобы вино хранилось, потому что домашнее вино не хранится. Прекрасно хранится домашнее вино. Если вы его делали из чистого винограда, ну чисто, я имею в виду, там не гнилой, не порченный, если оно у вас нормально прошло все процессы, если оно у вас хранится в полной таре, то и будет оно у вас храниться. И не надо ему никаких пастеризаций. Пастеризация, да, это
технология стабилизации вина, но мы ее применяем только в крайних случаях, когда у нас либо вино, например, заболело, либо начинает заболевать, там пленки какие-то появляются, может быть, первоначальный этап уксусного скисания, тогда мы можем применить. Либо то, что я вам говорила недавно, да, что без стабилизации сахар будет расходоваться. Ну, тогда да, можно применить, но, честно говоря, я бы все равно не советовала. Потому что пастеризация, да, в некоторых случаях она нас спасает, но это грубое воздействие на вино. И напоследок, если вы хотите идти по пути конвенционального виноделия, добавлять серу, добавлять чистые культуры дрожжей, то ознакомьтесь со всеми технологиями. Нельзя это делать просто так от балды. Сказал там Вася, добавь 1 грамм на 10 литров серы, вы пошли и так добавили. Нет, нет, еще раз нет. Обзаводитесь pH-метром, замеряйте pH сусла. В зависимости от этого рассчитывайте количество серы. Особенно если у вас, например, небольшие объемы, заводите микровесы, а не обычные, потому что там должна быть точность. Обычные весы вам могут взвесить вместо грамма 5. А ведь даже мельчайшее количество очень и очень важны. Поэтому нужны микровесы. И только когда мы все четко рассчитываем, только тогда мы можем это делать. Точно так же с чистыми культурами дрожжей. Ознакомьтесь, что это за культуры, как они себя ведут, потому что некоторым культурам вы не дадите подкормки, значит, может быть задушка, может быть выделение сероводорода и прочее, прочее. То есть если вы уже решите пойти по этому пути, это, конечно, ваше право и ваше решение. Но я призываю вас к тому, что ознакомьтесь с этими технологиями. Будьте готовы к тому, что надо сесть, считать. В прошлом году было несколько комментариев с вопросом, я насыпал серы гораздо больше, чем нужно, там чуть ли не в 10 раз, что мне делать? Я не знаю. Ну, правда, я не знаю, потому что я лично с серой не работаю. И если вы вдруг решили вот по этому пути добавления всего-всего, то почитайте, как это делать, и будьте готовы к строгим расчетом. Только тогда у вас получится. Но при этом вы должны понимать, что и без серы, и без чистых культур дрожжей, и без добавления танинов, подкормок и всего-всего, вина тоже получаются. При этом получаются хорошие вкусные вина, которые стабильны и прекрасно могут храниться. И напоследок я отвечу на вопрос, а как же раньше там древние римляне, древние греки делали без всех этих ваших затворов, ваших приборов? И все у них получалось. Но дело в том, что там эти умения передавались из поколения в поколение. Там люди росли в этой среде. Там ребенок вино пробовал, можно сказать, с молоком матери. Виноград у них рос. Ну, тоже они работали с одними и теми же сортами, приблизительно в одинаковых климатических условиях. Более того, тогда люди были гораздо ближе к природе. Как пример, монахи одного из орденов, чтобы вот почву определить, где садить виноград, они пробовали ее на вкус. Можете ли вы определить состав почвы на вкус? Я думаю, вряд ли. И я тоже этого сделать не смогу. А они могли, потому что они были близки к природе. Мы сейчас люди высокотехнологичны, и мы очень сильно от этого отошли. Более того, если так сказать грубо, еще вчера мы садили картошку, а сегодня мы садим виноград. Эта культура для нас абсолютно новая и непривычная. И поэтому, чтобы работать с ней, нам надо ее почувствовать. Именно для этого, чтобы понять все, нам и нужны вот эти приборы. Конечно, со временем, когда мы будем работать с одними и теми же сортами, когда мы все это пропустим через себя, много-много чего перепробуем, мы тоже можем развить себе эти навыки. Но если мы только-только начинаем работать с виноградом, то вот эти вещи очень и очень сильно облегчат нам жизнь и помогут сделать вкусное и хорошее вино. Но на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», я вам оставлю ссылку на плейлист по виноделию. Там есть много хорошей и полезной информации, а также ссылку на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!